У Гомелі пройшов республіканський семінар, присвячений питанням збору і перепрацовки твердих комунальних відходів. До 2030 року як мінімум 40% їх повинно утягуватися у господарчий оборот. Але для цього необхідно удосконалити підходи до організації роботи. З опитом гомельських комунальників ознайомилися наші кореспонденти. Такую картину у Гомелі можна назирати покуль нечасто. Машина спецкомунтранса забирає сміття з контейнеру, які стоять каля домов приватного сектора. По сутності, гэта эксперымент, які праводзіць гарадская жыллёва-камунальная гаспадарка. Тут заключылі дагаворы з 700 домаўладаннямі, якія аснасцілі двума відамі контейнераў – для змешаных і другасных ресурсаў. Пры невыкананні гэтага патрабавання вінаватым пагражае штраф. Гэта прымушае гамельчан займацца па асобным зборам камунальных адходаў. Ва ўрадзе гэты эксперымент ацанілі як станоўчы і годны для пераймання. То пад Гомеля – это предоставление на договорных условиях контейнеров для раздельного сбора. По условиям человек обязан сохранять этот контейнер, а коммунальные службы берут обязательства в те сроки, которые указаны в договоре, обеспечивать вывоз. И если мы организуем вот такое взаимодействие, то я думаю, что мы обеспечим самые кратчайшие сроки раздельный сбор. Хоть займаться по особным сборам повинны не только жыхары приватного сектора. У поравнания с 2015 годом объемы сбору паперы узросли на 108%. Полимерных материалов больше, як на 120. Згодно с национальной стратегией по звороту с твердыми коммунальными отходами и другосными материальными ресурсами, у господарчий оборот необходимо утягивать до чверти отходов. У 2030-м гэтая лічба повеличится до 40%. А тому необходимо не только створать для гэтага умовы, але и проводить тлумачальную работу с насельніцтвам. Для меня это не затруднительно. Просто я дома держу лишний, допустим, пакет возле ведра и все. И выношу в разные эти контейнеры. А стекло вообще стало сдавать, хотя как бы я не бедствую. Ну вот. Ну, в смысле, если стекло какое-то лишнее есть, там закаточные банки, просто заношу уже в пункт. Проблема Гомеля у тем, что у города уже не хапая могутностей для перепроцовки коммунальных отходов. Различены на что годовую перепроцовку 30 тысяч тонн экспериментальный биомеханичный завод летость принял 34 тысячи. По этой причине зараз затверджено решение об створении регионального комплекса по звороту с твердыми коммунальными отходами. Еще одно питание, якое необходимо терминово вырашить – будовництво нового полигона. То, что дейничая зараз, открыто больше, як полстагоди тому, и полностью выпрацовал свой ресурс. Сегодня тут заховывается свыше 50 миллионов тонн отходов. Иншая справа, что частку этих объемов зараз пробуют выкарастать у господарчих мэтах. Размова идея об сдобыче со смети газа с наступной выпрацовкой электроэнергии, а так само выкарастание органичных отходов для отрымания гумусу. Это отходы и просроченные продукты, это отходы от магазинов, то есть общепита, торговли, то есть все, что касается продуктов. Поэтому всего это 13 наименований, поэтому кроме этого еще население, которое сегодня обеспечивается контейнерами, в частности частный сектор, для сбора вот таких органических отходов. И все это будет доставляться сюда для компостирования. Олег Сентюров, Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель».